только вперед. Hold, weapons gold. Contact one soldier. One soldier. Сейчас мы этого одного солдата, как говорится, солдапона убьем. И в голову. Good. The guy in the shed's on the wiser. It's his turn. А, ну окей. Cole, check your thermal. Okay, let's move. Careful. Yes. Never can tell how secure that radar is. Scarce. It's been blocking our view quite effectively. That's why we need to take it down. Otherwise, our exfil is going to turn into Operation Shitstorm once we hit that hotel. А, ну хорошо. Все-таки красивая игра сделана, ребят. Stay low. Это вообще супер. Графа, класс. CryEngine 3. Все рулит. To the right. Looks like they're alone. Three, right, one, two, one. Three, two. Stop. Окей, окей. Все, стою, стою, не стреляю. There's too many. We need to dodge them. Move on my go, but keep your head down. Follow me. Окей, я следую за тобой. Ну пошли, что ты стоишь? Кто здесь? Никого нету, это так себе. Ходят тучки такие невидимые. Да ни хрена нет. Ну да, так и думай. They're coming this way. Stay still. Да, стою, стою, господи. Недавно я получил сообщение по рации. Где-то у нас работает снайпер. От кого информация? Информация лично от пушки группы с дырками от пуль. Кажется, работают снайперы, штурмовая группа. Думаешь, они движутся сюда? Это сказал американец. Он что-то знает, но нам не говорит. You hear that? What American are they talking about? I haven't the faintest idea, but let's worry about that later. We've got bigger fish to fry. Okay, let's move. Careful. Хорошо, иду за тобой и осторожно. Теперь все носятся как ужаленные. Передаю приказ. Голову не высовывают. Видите или слышите что-то подозрительное, сразу сообщайте. Передайте остальным. Проверьте каждые 10 минут. Никаких... Get down. Let them pass. Oh, fuck, 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 fucking shit. Anderson, follow my lead. Бегу, бегу за тобой, бегу. Stay low. Get the nearest one. Give the other to me. Свистишь? Денег не будет. Let's have a look. Multiples around that central strip of land. We gotta play this out carefully. Stand by. I'll call out your shots. Ready. Heads up. Tango advancing in our direction. Take the... Belay that. Boats in our vicinity. No shot. Хорошо, я не стреляю, не стреляю. Хорошо, все, жду приказа. Что случилось? Почему ты тут остановился? Чертов двигатель заглох. Ржавый ненужный кусок дерьма. Может, бензин кончился? Подожди-ка, пойду посмотрю, может, в кузове есть. Shit, stay calm, don't shoot yet. Хорошо, я не стреляю. Эй, стой, за работу. Что? Все равно надо проверить. Садись поудобнее. That was close. Boat's clear, shoot his brains out before he gets back. Ага, вот и первый.
Scares alone, weapons free. Так, отлично. Сейчас. Погоди ты. Есть, в шею попал. One tango by the campfire's mobile. Let's see where he's off to. Clear, take the shot. Так, отлично. Есть. Let's take them, same time. Так, мне бы его поймать и все. Good work, come on. На хорошей работе. Razor 3-1, give me a sit rep. This is 3-1. Encountering minimum resistance throughout the West River bank. Our ETA at the rendezvous is on target, over. Copy that, 3-1. Steady as she goes, Keller. Hoorah! Да, скажу вам, ребята, игра за снайпера одно удовольствие, но в реальной жизни это сложная работа. Стоп. Стою. Тут, как говорится, целыми сутками сидишь и отсиживаешься. Target the tango on the right. I'll eliminate the other. Ага, вон. Все понял. Снимаю. Иду я за тобой. А чей-то он стал так? Hold your fire. Let's wait. Under the pier. Все, иду с тобой потихонечку. Stay low. Вот сюда. Отойду, чтобы меня никто не увидел. Ты еще работаешь со своим спутником? Парни, мы с Сингапура. Ну да, только что сбагрил ему. Don't engage. Окей. У меня набралось приличные драгоценности с наших заложников. Окей, let's move. Careful. Хорошо, иду. Осторожнее иду. Ой. Очень смешно. Turn left. Хорошо, налево. Эй, придурок, посмотри вокруг. Ты на чертовом вонючем острове. И тут некому сбывать вещи. I hear something. Хорошо, жду. Я похож на зомби. В зеркало смотрел, превратился в такого жадного ублюдка. Это нормально. Я двое суток не спал. А что случилось? Окей, let's move. Careful. Хорошо. Осторожно. Неудивительно. Что ты имеешь в виду? Enemy forward. Take him out quietly. Roger. И в первый же день его укусили. До свидания, братан. Доктора говорят, ногу, наверное, придется отрезать. Но это все равно, что помереть. Так что он решил ничего не трогать. Может, само пройдет. Ну, вперед. Что это такое? Ты что, мне хочешь сказать, что я из этого самолета буду стрелять? After you. Вот охренешь, ты будешь отсюда, да, а я буду отсюда, да? Ну ладно. На твоей совести будет. От, блять, осторожно. Фак. Ай, блин. Так. Let's have a look. Weapons cold for now. Здесь двое. Там трое. This ain't gonna be easy. И здесь один. Never is.
Camp's right side is a no-go. Too much exposure in the water, we'd get shredded to pieces. Left, however, is a different story. I think we can thin them out if we play our cards right. Shoot on my command, we need to be very precise here. Deal. First things first, check the two on the sandbank fixing the boat. Take out the one by the engine first. Now attack the second one. Sniper in the highest house is number one priority. Eyes on left side. One guy circling that building like a vulture. Wait till he ducks behind the left wall. Two soldiers idling about the house. See them? I see him. Shoot that radio in the niche right side of the house. Should distract them. Get him now. Yes. Now tag the second one. Confirmed. They can just roll out of all. What the fuck? God damn it, hold on to something. Jesus. Come on, we need to disappear. They're gonna investigate. Leave it alone. We need to stay hidden. Этот старый кусок металлолома наконец упал с утеса. Квадрати чисто. Come on. Хорошо идем. Shooting. Okay, let's move. Careful. Urging the breakthrough to the beach. Let's plant C4 in the house. The distraction should make a gap in their defenses. Roger. Okay, charges are set. Okay, let's move. We'll blow the charges when we've got some distance. Hold.
through here. Смотри в оба. Я и так смотрю. Не пари мне чух. Ты слышал, что они сказали? За то, что там снайпер. Нет, я стою вторую смену подряд. А еще у нас строгий порядок переговоров. Какой еще снайпер? Похоже, тут целое подразделение противника. Некоторые посты не отвечают. Hold. Раскрой свои чертовы глаза пошире и держи руку на спуске. Я что-то слышал! Да, сэр. Хорошо. Нужно подготовиться к встрече с противником. Ясно, что они пришлют настоящих профи. Отлично проинформированных и вооруженных. Думаешь, стрелка босса сорвется? Может, покупатель испугался? Нет. Сам по себе он взорваться не мог! Вот и тут встал! Туши огонь! Твою мать! У меня там заначка была! Ладно, это я был с вами Жуков 100, это была игра Sniper Ghost Warrior 2, играйте в хорошие игры, всем пока.